Эй, ты! Не спишь? Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфелд. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури империя охотится. Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. А ну все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Винхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О, боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Савнгард ждет. Не может быть. Я сплю. Эй, Конокрад, а ты из какой деревни? Тебе это что? Последние мысли Норда всегда должны быть отложены. Рорикстед! Я из Рорикстеда! Здравия желаю, генерал! Палач уже ждет! Хорошо, покончим с этим! Шор! Мар! Дебелла! Кинарет! Акатош! Боги, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка! Генерал Тулий, военный наместник. А с ним, похоже, талмарцы. Проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелген. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Виллот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом... Мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Смешно. Папа, подожди, долину. Живо. Да, папа. Повоз, живее! Почему мы остановились? А ты как думаешь? Приехали. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте, мы не повстанцы. Прими смерть с достоинством, Бор. Скажи им правду, мы не с тобой, это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Ульфрик Буревестник Ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед. А кто ты? Неудачное время для возвращения домой, родич. Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. Бездну список. Давай его на плаху.
Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. По крайней мере, ты умрешь на родной земле. Иди за капитаном. Ульфрик Буревестник. Здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тули. Подготовь их в последний путь. Ныне же веряем мы души ваши Этериусу. И да прибудет... Во имя Талоса Могучего, заткнись и давай к делу. Ибо вы, как скажете? Я что, все утро ждать буду? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. Следующий — Нортвар Ванье. Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю! Иди к Плахе. Твоя очередь. Трактир на той стороне. Прыгай на крышу и беги. Беги! Мы за тобой как только сможем. Ха! Прижмитесь к стене! Бежим, Хан! Тебе нас не остановить! Скатим отлично! Надеюсь, дракон снял нас с собой, как заберет! Эй, ты! Быстро в крепость! Эй, сюда!
Идем! Давай, нам надо по... Похоже, кроме нас никто не спасся. Это и правда был дракон? Провозвестник конца времен? Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Ну вот. Пошарь вокруг, тут полно снаряжения. Выбирай. А я поищу что-нибудь от ожогов. Посмотри там, в сундуках. Может, найдешь на себе броню. Посмотри там, в сундуках. Может, найдешь на себя броню. Надевай-ка броню и опробуй тот меч. Давай не будем задерживаться. Эта тварь еще рядом. Сюда. Надо уходить. Дракон вот-вот разрушит крепость. Погоди минутку. Дай отдышаться. Слышишь, братья Бури, может, нам удастся с ними договориться? Эй, погоди, стой. Мы просто... Если не хочешь, да будет Скайрим. Боги! Сюда. Поторопимся. Пошли. Давай сюда. Давай сюда. Сюда. Поторопимся.
Лучше здесь внизу, чем там снаружи. Бежать из Хелгена! Живо! Имперцы держали тут зелье. Нам они пригодятся. Пора покончить с этой глупой игрой. Ну что, готово? Сюда. Thank you.
комната пыток. О, боги, почему без этого никак не обойтись? Слышишь? Давай! Как раз вовремя. Кажется, этим парням не очень понравилось, как я развлекал их приятелей. Ты хоть знаешь, что происходит? На Хелген напал дракон. Дракон? Да брось, не говори глупостей. Хотя, если вдуматься, там действительно был какой-то странный шум. Пошли с нами. Надо выбираться отсюда. Пошли с нами. Ты мне надо тут не командуй, мальчишка. Ты меня что, не слышал? На крепость напал дракон. Погоди минуту. Похоже, за решеткой что-то есть. Не ищи. Я 100 лет назад ключи потерял. Бедняга орал 2 недели. Смотри, не получится ли подцепить отмычкой. Нам все пригодится. Конечно. Возьмите мои вещи. Пожалуйста. Хватай все, что найдешь, и пошли. Знаешь, там ведь нет выхода. Ничего не остается, только двигаться. Во имя Обливион, и куда же нам идти? Где же вы? Погоди минутку, дай Братья подумать. Судьи. Посмотрим, куда ведет этот ход. Блять.
теперь не пройти. Повезло еще, что все это нам на голову не обвалилось. Пошли вперед. Остальные как-нибудь выберутся. Сюда. Там тупик. Думаю, лучше попробовать тут. А что дальше? Гигантские змеи? Постой. Там медведица впереди. Видишь? По мне с ней лучше не связываться. Попробуем проскользнуть мимо. Идем тихонько, осторожно. И смотри, куда ногу ставишь. Если ты везунчик, можешь взять лук. Вдруг удастся подстрелить медведицу издалека. Ты вперед, а я за тобой. Прикрою тебе спину. Полегче. Чудом проскользнули. Похоже, это выход. Я уж испугался, что мы не выберемся. Стой!
вроде он совсем улетел. Но, наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. Ближайший отсюда город — это Ривервуд. Мой дядя там кузнец. Уверен, он тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Слушай. Тебе стоит отправиться в Солитьют и вступить в Имперский легион. Такие люди нам нужны. А если у бунтовщиков появился дракон, то только генерал Тулис сможет.